25 лет назад в Архангельске был открыт мемориальный комплекс «Площадь памяти». В этот день на Вологодском кладбище перезахоронили 16 солдат, погибших в Афганистане. С 1994 года на кладбище были начаты захоронения военных и милиционеров, погибших в Чечне. Сегодня в САФУ проходит международный форум «Арктические проекты сегодня и завтра». Участники обсуждают вопросы экономического развития северных регионов России в связи с реализацией нефтегазовых проектов в Арктике и судоходством по Северному морскому пути. До 1 декабря жителям Архангельской области нужно заплатить 3 налога за прошлый год. Это налог на имущество, земельные и транспортные налоги. Не позднее, чем за 30 рабочих дней до наступления срока платежа, все налогоплательщики должны получить уведомление о сумме оплаты. Причем уведомления могут прийти двумя способами. Какими же и что грозит в случае неуплаты налогов? Об этом подробнее мы расскажем уже в итоговом выпуске «Автографа дня» в 19:20 на телеканале ТВЦ. Почти 129 миллионов рублей дополнительно из бюджета Министерства культуры России будет выделено на продолжение реконструкции Архангельского театра кукол. Общая стоимость работ составляет без малого 575 миллионов рублей. В ноябре строители рассчитывают завершить тепловой контур пристройки и приступить к внутренним работам. До середины ноября в Соломбале обновят деревянные тротуары. Пешеходные дорожки заменят в районе Соломбальского машиностроительного завода, на улицах Советской, Кедровой, Литейной, Маяковской и Валявкина, а также в районе 62-й школы. Тротуары будут приведены в порядок и у памятника воинам Великой Отечественной войны в Кемском поселке. Сегодня на Кегострове откроют памятный знак в честь 75-летия военного сотрудничества авиаторов СССР, Великобритании и США. Кегостров выбран для установки мемориала не случайно. В годы Великой Отечественной войны здесь находился военный аэродром. 31 августа 1941 года конвой «Дервиш» доставил сюда первую партию британских истребителей. Спонсор прогноза погоды – женский спортивный клуб «Разминка». С нами худеть легко. Приходите, ждем вас на Ломоносова, 154. Сейчас в Архангельске облачно и плюс 4. Синоптики прогнозируют небольшой дождь. Ветер северо-западный до 8 метров в секунду. Самые актуальные новости региона каждый час на телеканале ПЭС. Оставайтесь с нами и будьте в курсе самых главных событий.